У двох напівпідвальних приміщеннях першого корпусу, що суміжні з арт-простором вежа, киплять ремонтні роботи. Що тут має бути? Здесь предполагается помещение для того, чтобы проводить здесь мастер-класс, лекции, связанные с IT, не связанные с IT, там, связанные с искусством, в принципе, там, тематика не ограничена. В принципе, вот, исходя из того, как функционировала башня, там главная проблема была то, что мало места очень. Это ставило преграды на том, чтобы нормально проводить какие-то мероприятия. Сейчас этот вопрос будет снят, и КПшники получат очень крутой workspace, очень стильный и оборудованный всем необходимым, и помещение, где можно проводить мероприятия. Как удалось отримати аудиторию? Реконструкция этих аудиторий была заложена изначально еще вот тем самым планом, вот тем, когда мы только подавали заявку на грант, но тогда возможности их отремонтировать не было. Сейчас эта возможность появилась, поэтому и эти помещения присоединились к башне. За какие кошти проводится ремонт и облаштування workspace? Ремонт производится полностью за счет КПИ. Ремонт здесь делает наш департамент административно-хозяйственной работы Ковалева, и рабочие, соответственно, тоже КПИшные. Оборудование мы планируем частично сделать за счет тех денег, которые мы выручили от аукциона работ, и те, которые мы собрали краудфандингом. Ну и, конечно, я думаю, придется привлекать каких-то спонсоров, каких-то меценатов. То есть, ну, скорее всего, это будут какие-то айтишные компании, чтобы это было такое обоюдовыгодное сотрудничество, чтобы не только там оборудовать, но и КПИшники в целом получили от этого какую-то выгоду. На коли орієнтовно заплановано відкриття? Ремонт в этих помещениях закончится ориентировочно конец февраля, начало марта. Ну, плюс еще потребуется какое-то время, чтобы оборудовать, доделать, привести в порядок. Ну, я думаю, что вот было бы классно, конечно, чтобы 17 апреля, ровно через год после того, как открылась башня, как мы ее знали тогда и как мы ее знаем сейчас, и чтобы вот 17 апреля открылась уже новая башня, расширенная и улучшенная, более красивая. Який буде график роботи цього нового workspace? Вот этот вот график, по которому работает сейчас башня с 14 до 20, он, конечно, упирается в тот режим, в котором работает корпус, но сейчас вот конкретно эта проблема, она будет решена вот этим отдельным входом со стороны внутреннего дворика. То есть это ограничение, по сути, снимается. Но есть еще такое другое ограничение, то, что, по сути, этим проектом все занимаются на волонтерских основаниях. А оставлять workspace полностью без присмотра, да, потому что это и оборудование, это и помещение, это там соблюдение порядка и так далее, мы не можем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы этот workspace работал круглосуточно, но тоже надо понимать, что 24 часа здесь должен быть кто-то, кто бы за этим следил. Мы все-таки надеемся, что получится эту проблему как-то решить, что-то придумать, что-то найти. Но пока что вот загадывать не буду, посмотрим, потому что нам бы этого хотелось, и мы сейчас это и ищем способы, как это сделать.